3 августа в рамках программы формирования комфортной городской среды состоялось выездное мероприятие, в ходе которого руководитель отдела ЖКХ администрации города Мурат Нухкадиев на месте обсудил с руководителями подрядной организации ход благоустройства дворовой территории по адресу Ленина 1. В беседе с корреспондентом Нухкадиев рассказал, что на данной территории ведутся работы по установке бордюров и асфальтированию проезжей части двора. Далее планируется установка скамеек, урн и столбов освещения. Завершить работу намечено к 1 сентября. В рамках программы «Комфортная городская среда» проводится работа по благоустройству дворовой территории по улице Ленина 1. На данной территории на сегодняшний день завершены работы по устройству бордюрного камня, устройству поребриков. Также на тротуарных зонах уже установлено асфальтобетонное покрытие. Ведутся работы по подготовке к устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовой территории. Плановая дата завершения данного дворовой территории 5 сентября, но до 15 августа планируется завершить устройство асфальта на проезжих частях. И у нас останется в данной территории устройство МАФов, то есть скамейки, урны, также установка столбов освещения. Также Мурат Нухкадиев прокомментировал взаимодействие администрации с подрядными организациями и подметил, что все работы ведутся под строгим контролем главы города. Подрядным организациям нареканий так таковых нет. Единственное было замечание к подрядным организациям – это тротуарные зоны, чтобы учитывали пандусы для маломобильных групп граждан, что и своевременно устраняются. Также по всем благоустраиваемым объектам в рамках программы «Комфортная городская среда» ведется постоянный контроль главой городского округа город Каспийск Гонцовым Борисом Ивановичем. Информацией о том, как протекает процесс и какие работы уже удалось выполнить, поделился с нами главный прораб спецремстроймонтаж Шамиль Гасанов. По словам прораба, подрядные организации в данное время подходят к окончанию работы по подготовке основания для укладки асфальтобетона. Также проводятся работы по установке систем для организации отвода дождевых вод. В данный момент у нас уложены все бордюрные камни, поднятые канализационные люки, и занимаемся водоотводом. В данный момент ставим водоотвод, ливневки, и подготавливаем под асфальт. Сегодня катали, укладываем основание под асфальт. И два дня мы будем подготавливать под асфальт, и через два дня уже начнем укладывать на проезжей части асфальтное покрытие. В данный момент у нас уложено на тротуарной части асфальтное покрытие, и продолжается работа. Напомним, что формирование комфортной городской среды в городе Каспийске – это проект по созданию максимально благоприятных условий проживания населения города и по благоустройству дворовых и общественных территорий. Ответственным исполнителем проекта является администрация города. В этом году в Каспийске планируется обустроить 13 дворовых и 4 общественных территории.